Всем привет на канале Уолдачман. Сегодня мы с вами поговорим об открытом письме от партии СПД в Европарламент и в Бундестаг. Открытое злое письмо, все на эмоциях. Это письмо составляли парламентарии Европарламента, которые вот от этой партии там находятся. Также депутаты Бундестага и молодежь вот этой партии. Очень многие партийцы тоже приложили свою подпись к этому письму. Что за письмо? В этом письме гневно требуется отменить закрытие границ в Германии с соседями, потому что это нарушает права человека тех людей, которые ищут убежище, спасаясь от войны и от хаоса из своих стран. И нарушает э, нормы сообщества демократического, которое сложилось в евросообществе. Вот так, вот такой вот э, каламбур. Но. Далее, в этом письме пишется, что не надо ни в коем случае поддаваться на... Как они сказали вот это слово, блин? Сейчас, сейчас его очень многие часто используют эм, в общем, на провокации и на подстегивание партии АФД. Ну, там не говорится открыто партия АФД, там говорится ультраправых и нацистских вот этих вот лозунгов и партий, которые требуют, чтобы мы не пропускали в нашу страну людей, ищущих убежище. Мы обязаны доказать, что мы самая добрая страна в мире. Мы должны всем доказать, что мы открыты для конструктивного диалога. И мы не должны унижать людей на границах. То есть, когда... Ну, примерно к этому и сводилось письмо. То есть, когда Польша закрывает свои границы, потому что со стороны Беларуси и России идут немеренной толпой афганцы и пакистанцы, с одной стороны, польское правительство упирается против феропаламента и говорит, мы не можем, мы не в состоянии столько принимать этих мигрантов. Европарламент на Польшу кричит, ай-яй-яй, так нельзя. Польша закрывает все равно свои границы, получает штрафы от Европарламента, но делает свое дело. Все равно делает. И правительство польское за то, чтобы границы Польши с Белоруссией были закрыты. Но когда в Германии решили принять указ о том, чтобы закрыть границы и не пропускать нелегальных мигрантов, пытающихся всякими правдами и неправдами проникнуть на территорию страны, чтобы здесь стать на социал, получать социальную помощь и ничего не делать и не работать, тут же нашлись вот эти партии, которые кричат, что нужно наоборот расслабить всю эту... Охрану границы, потому что наши полицейские не справляются. Да, они не справляются, потому что в первую очередь это не их обязанность. Нужно создать соединение, которое будет отвечать за охрану госграницы, как погранвойска в Высшем Советском Союзе или в Союзе. Пардон. Здесь нужно создать точно такое же. Здесь нет такого понятия, как пограничные войска. Здесь есть пограничная полиция, то есть отряды полиции, которые оторваны от своей работы и назначены на охрану границы хотя это не их работа. Вот когда здесь будет создано соединение как войсковое, которое будет конкретно заниматься охраной госграницы, вот тогда будет в стране порядок. А до тех пор политики одни говорят, нужно закрыть границу, другие кричат, пишут письма с требованием прекратить дискриминацию бедных людей. А вот в этом письме, что еще? Самый интересный факт, я забыл. В этом письме они еще пишут, что специально спровоцированное от политики вот это вот провокационное настроение в народе о том что в Золингене вот этот вот сириец убил несколько человек и ранил ножом в конце августа специально все это подводится под мотив террористического акта это еще нужно пересмотреть так ли это было или нет то есть партия СПД утверждает, что этот сириец был вынужден убить людей. Ну, по-другому никак я это не объясняю. Хорошо, почему тогда эта партия СПД не берется за расследование того факта, что этот сириец, имея статус беженца с, проживанием, с местом принудительным проживания в Болгарии, два года жил в Германии. Что он здесь делал? Что он тут делал? А потом, после того, когда он убил людей, он пришел в полицию и сказал, я тот, кого вы ищете. Берите меня. Почему партия СПД не берется разобрать этот факт, вопиющий факт, вопиющее преступление против людей? То есть, это не нарушение прав человека, когда какой-то бандит, уголовник, врывается с ножом на праздник и начинает резать людей, кого попало без разбора. Это нормально. Это нормально. То есть, они хотят, чтобы именно вот таких вот и запускали в страну. Так от страны потом лет через 10-20 ничего не останется, потому и выбирают люди вот эту вот партию альтернатива для Германии. Потому что они надеются на то, что эта партия, все, что она им вливает в уши вот этот вот елей, все эти обещания и так далее. Они надеются на то, что эта партия после выборов действительно будет выполнять свои обещания. Но этого не будет. Этого не будет. Потому что в этой партии. О которой мы сейчас говорим, в этой АФД, сидят те люди, которые в первую очередь видят перед глазами свой кошелек. Свой кошелек. Им наплевать, что у них в партии, допустим, находятся очень много русскоязычных. Вот эти вот российские немцы, да? Там очень много членов партии именно вот русскоговорящих. Там есть поляки, там есть итальянцы, там есть, я говорил уже, да, евреи есть, есть евреи. Там очень много национальностей в этой партии. Но извините, давайте мы пролистаем историю лет на 90 назад. Была уже в Германии такая партия. Не будем говорить, кто сейчас скажет, что ты проводишь параллели между теми гадами и этими красавцами. Была уже партия, за которую все население страны голосовало. А потом эта партия начала уничтожать свое население, которое голосовало за эту партию. Ребятки, вы хотите этого? Посмотрите, что сейчас будет твориться в Тюринге, в Саксонии, в Бранденбурге. Конечно же, этой партии не дадут развернуться так, как они этого хотят. Но вот этот вот их опальный политик по фамилии Кра фотографировался с ребятами, с подростками на предвыборной кампании в одном из городов Бранденбурга. И ребятушки при нем открыто на фотографиях выбрасывали руку, зиговали, а он улыбался. А в Германии это запрещено делать. Просто так вот подумайте, да? Кто-то говорит, вот он, э, сначала он говорил, что АФД плохая, потом он говорил, что АФД хорошая. Я не говорил, что АФД хорошая. Я говорил, что у них есть идеи, которые заимствованы у других партий. У них есть идеи, которые... Другие партии боятся высказать, потому что знают, что получат по шапке. А этим терять нечего. Они одной ногой в гробу, скажем так, в конституционном. То есть не сегодня-завтра эту партию закроют, объявят ее запрещенной террористической организацией. Все, точка. Куда эта партия потом пойдет, так же, как этот НПД и тому подобная ерунда, или этот Deutsche, Deutsche Volksunion. куда он делся? Я рассыпался, ушел в пампасы по стибизонов. Вот такие вот дела. И когда э, вот это вот письмо от э, партии СПД, возвращаемся к началу, было направлено в Бундестаг с требованием снизить э, уровень охраны границы, чтобы не дискриминировать людей и не унижать их в правах. Но это письмо, э, прочит... да, его прочитали в Бундестаге, но решение по этому письму никакого не было принято. Хотя, конечно, от этой партии СПД у нас кто? Наш дрожайший бундесканцлер. Что он сделал? Все, что он сделал. Вот все, что он сделал. То есть вот этой его ухмылкой невозможно объяснить. Против этого письма, против этого заявления или за это заявление. Хочет он, чтобы границы в стране были закрыты или не хочет, чтобы границы были закрыты. Фиг поймешь вот эту вот ухмылку. Но он празднует победу в Бранденбурге, потому что все-таки его же партия там, в Бранденбурге, на пару процентов пошла вверх. Значит, все-таки они, объединившись с Сарой Вагенкнехт, будут диктовать условия дальше. Но АФД уйдет в оппозицию, и АФД будет постоянно рыпаться против них до тех пор, пока их не объявят вне закона. А дальше покажет время. Не забудьте о подписке на этот канал, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Не забывайте комментировать, ставить лайки. Ну и, конечно же, если кто желает стать спонсором нашего канала, под каждым видео у нас ссылки на донаты. Мы не принуждаем, но будем благодарны. Всем удачи. Пока.